Привет, ребята! У нас еще один сюрприз! У нас еще сюрприз? Да! Закрывай глазки! Хорошо! Маша, медведь! Маша, медведь! А что моя? Давай, открывай! Я так знаю! Какие-то... Как ты думаешь, какие игрушки в шоколадке Маша и медведь? Там горький шоколад? Да. Может быть. А еще есть сюрприз. А что там внутри? Зайчик! Это печать зайчик. Да. Открывай, посмотрим. Покажи, зайчик. Ребята. Зайчик? Ставь на листик печать. Ух ты! Вот это да! Классная игрушка? Да, я здесь талантлак. Красивый зайчик. Треугольник. Ну давай открывать следующий. Да, я... Ой, сломался. Что у нас в этом? Опять блоки. И у нас снова печать. Да, это Мишка! Печать с Мишкой? Да! Покажи, пожалуйста. Мишка! Вот это да! Теперь у нас две печати, Зайка и Мишка. Да. Нам бы еще найти печать с Машей. Да. Ну, может быть, будет еще в следующем киндере? Вот этот. Давай. Берем. Давай следующий открывай. Будем смотреть, что будет у нас в следующем. Мишка опять! Снова Мишка? Да. Только уже какой-то другой Мишка. Инструментов. Давай посмотрим. Статист инструментов. Покажи картинку, кто там нарисован. Мишка. Еще один Мишка на другого цвета печать. Снова Мишка. Отлично, уже другой Мишка, но красивый Мишка. Да. Итого у нас получается три печати. Да. Держи, папа. Будет эти ваши. Отлично, давай. Открываем следующий. Открываю. Ай, Саша Миша. Что там внутри? Маша кричит, помогите, достаньте меня. Еще одна печать. Ты посмотри, столько печатей. И что у нас там внутри? Кто на этой печати у нас изображен? Пингвин. Пингвинчик. Отлично. О, у нас получается 4 печати Маши из мультика «Маша и медведь». Да. И это у нас последнее яйцо. Давай открывать, смотреть, что будет внутри. О. Еще одна печать. Вот это да. А что на этой печати? Кролик опять. Опять кролик. У нас два одинаковых. Последняя печать, и там снова зайчик. Да. Отлично. Давай посмотрим, какие у нас были печати. Зайка. Да. Еще один зайка. Это кто у нас? Пингвин. Это у нас пингвинчик. Мишка. И еще один Мишка. Да. Класс. Ребята, вам понравились сюрпризы? С Машей и Медведем. Если да, ставьте лайк. Ну, а мы будем уже с вами прощаться. Пока. До следующего выпуска. Ставьте лайк. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока.